Уровни он дал известные тем, где-нибудь он остался. Вот под этим говоря хорошо. Оно часто встречается. Вот это двумерного электронного газа. Есть стандартная аббревиатура. Она вот такая вот, поэтому если где-то мы ее встретим. Это означает именно вот посланный письмо. Ну, давайте сначала поговорим о том, как вообще, что это вообще система. Двумерный электронный газ — это газ свободных электронов с расплавленным измерением. Спрашивается, какое отношение это имеет к каким-то реальным системам. На самом деле это имеет отношение к реальным системам. Сейчас существует, значит, много систем, которые вот двумерный электронный газ можно создать. А идея есть следующая. Берется два полупроводника, например, прослойка из арсенида алюминия, еще одна прослойка из арсенида алюминия, эти толстенькие надо делать, и между ними тонкая, но в моем случае вот такая-то не очень тонкая получилась, но должна быть по идее тонкая. Тонкая прослойка из другого полупроводника, например, арсенид галлия. В этом из вариантов. Таких вариантов сейчас масса, разные многослойные структуры. Ну и на самом деле получается ровно следующее. Идея здесь такая, что у вас есть свободные носители, например, электроны, может быть, дырки, мы будем говорить об электронах. И за счет того, что здесь образуется потенциальная яма, получается, что электроны в среднем слое двигаются в потенциальной яме. Ну и, допустим, если средний слой у вас довольно узкий, у вас получается потенциальная яма достаточно узкая. Если потенциальная яма достаточно узкая, то уровень энергии в ней контролируется, эту задачку все решали. Здесь получается набор дискретных уровней энергии, который логично нарастает. Ну и на самом деле, если у вас расстояние между уровнями энергии большое, то есть яма довольно-таки узкая, это вот среда У, пускай будет много больше ТТ, то у вас фактически все электроны живут на каком-то определенном уровне. И с него никуда перейти не могут. Таким образом, у вас получается, что электроны локализованы в среднем пространственном измерении. То есть эти уровни энергии связаны с квантованием их импульса по КЗ в направлении ямы. Получается то, что по третьему направлению электроны оказываются локализованными, но тем не менее в двух оставшихся направлениях, уже какая-то плоскость, у вас получается двумерный электронный газ. Система ведет себя, чтобы быть двумерная система. То есть мы будем считать, что у нас есть некоторая плоскость с линейными размерами Lx и Y. И будем считать, что электроны полностью локализованы в этой плоскости. То есть локализованы в третьем пространственном измерении, например, путем помещения и потенциальную яму. Путем зажатия этого интерфейса между двумя интерфейсами. Поэтому предлагается решить следующую задачу. Что у вас есть однородное магнитное поле, которое приложено перпендикулярно плоскости. Ну, например, оно пускай будет направлено от нас. Вот оси Z. Ну и здесь пускай вверх будет оси Y, здесь будет оси X. Давайте решим такую задачу. Надо найти собственные функции, собственные значения энергии, если электроны двигаются в таком поле. Ну что, как мы будем эту задачу решать? Надо как-то написать оператор координат этой системы. Ну и потом решить, собственно, эту задачу. Какого будет меридиан? Если у нас есть свободные электроны, магнитное поле. Давайте мы наличие спинного электрона не будем рассматривать. Будем считать, что у них есть только орбитальная степень свободы, это есть заряженные частицы. Спин в данном случае приведет просто к вырождению. Фактору 2, поэтому мы будем рассматривать. Надо написать оператор гравитона в стандартном виде. Если у вас есть магнитное поле, то магнитное поле можно представить как ротор от векторного потенциала, то есть есть магнитный вектор от этого всего, но в присутствии магнитного векторного потенциала надо заменить импульс на канонический импульс. Поэтому оператор гравитона здесь будет стандартным. Только кинетическая энергия
именно совершиться устав. Таким образом, надо найти собственные уровни, собственные уровни энергии и собственные функции для такого оператора организационной задачи, ну или для случая. Просто. Да? Вопрос, где нам взять векторный потенциал? Какой формы мы решим? На самом деле его можно выбирать в любую форму. Выборов достаточно много, но давайте мы поступим следующим образом. У нас есть магнитное поле. А, это величина задания, направленная вдоль оси Z. Поэтому векторный потенциал давайте просто подберем так, чтобы ротор вот этого выражения давал бы постоянный вектор вдоль оси Z. Сделать это довольно просто. Например, можно выбрать векторный потенциал, который мы вот видим. Можете проверить, что ротор такого выражения действительно даст магнитное поле. Ну, в этом случае ротор А. Я напишу в таком виде, идет А. Видно, что x компонента равна 0, потому что здесь будет ходить dz по d, то есть не вызов, dz x, конечно, b мы можем для x, это кстати будет n. Здесь будет dz по dvx это 0, y компонента это 0, ну а z компонента это k умножить на производную d по dx на b на x, получается k на 0. Ну естественно, это не единственный возможный выбор векторного потенциала, можно выбрать векторный потенциал. Я не уверен, насчет знака, но будет запись надо сменить. Можете подставить сюда. Такой выбор тоже должно получиться. Должно получиться правильно, да? Получается правильно. Тоже можно в таком виде, а можно и в таком виде. Не все эти решения одинаково полезны, как говорится. Поэтому для нас удобнее всего будет выбрать векторный потенциал вот в такой вот форме. Ну, эта форма ему, конечно, эквивалентна, поэтому я сотру. Но асимметричную форму мы не будем здесь брать. Я желающие могут попробовать перерешать эту задачу с потенциалом в асимметричной форме. Там будет, наверное, будет немного сложнее. Вот такая форма векторного потенциала называется тригонка Ландау. Квадрат.
4 терабайта телефона получается ОТП. Тоже отпустить мне несложно. Ну а векторный потенциал мы с вами выбрали, я еще нарисую, чтобы для наглядности. Выбрали в виде одной компоненты, у нас только компонента А, У, на него отлично от нуля. Ну и А, У, как бы трудно видеть, зависит от Х. Векторный потенциал направлен только от У, и величина изменяется линейно с родственностью. То есть у нас вот здесь вот интересно то, что перемешивается x и y. То есть это а y компонент, ну, зависящий от x. Это потом приведет то, что интересно. Так, ну что, теперь можно сформулировать задачу на собственное значение. То, что нам нужно сделать, нам нужно решить вот такое уравнение Шрёдингера. Все от x и от y можем представить в виде, ну, собственная функция направления y,
там, где есть трансляционная вариантность. Я не буду писать в индексе k индекс y, потому что мы теперь можем взять записи. Будем понимать, что k – это, можно сказать, часть волнового вектора в направлении y, да, связанная с переменной, y. Ну, умножить на некоторую функцию от x, которую сейчас мы не должны вычислить. То есть благодаря тому, что по y у нас остается трансляционная вариантность, решение этой задачи можно искать вот в таком вот виде. Подставляя вот такой, такой вид волновой функции, мы сразу понимаем, что нужно заменить по y на h по y. Ну а по x у нас как было опять останется, поэтому подставляя эту волновую функцию в уравнение Шрёдингера, мы должны получить следующее. Единица на 2m x в квадрате, действующая на fk, плюс единица на 2m по y, я теперь заменяю на h на ky, минус e. Так, k y, я договорился, что y я не пишу, а для краткости, на h k, e на c на b на x. А можно и писать на m, давайте будем писать на y, не будет. Ладно, на fk t, fk t зависит от x, разумеется. Какие переменные нужно эту задачу разделять. Здесь ясно, что вот эта часть должна выглядеть вот так, таким образом. Ну понятно, да? Никаких это вопросов не называется. Ну, собственно, решение этой задачи каждый из вас знает. Я надеюсь. А часто у нас какие эти условия ограниченные? Ограниченные условия, давайте будем предполагать периодические ограниченные условия по y-координате. Ну, да, да. Обычные по x, ну какие-то. Какие? Это нам как раз это вопрос вполне правильный, он уместный, но потом мы как раз определим, какие у нас ограничения условия по x. Ну, давайте мы еще выпишем эффективный гомельтониан теперь. Тоже полезно будет написать отдельно, чтобы это было наглядно. Эффективный гомельтониан у нас будет такой по x. В квадрате на 2 плюс единица на 2 на 2 на x в квадрате. Ну а в 1930 году Ландау прославился, потому что он заметил, что этот гамильтониан хорошо известен, в том числе и до него был. Please.
квадрате на 2 плюс 1 вторая m омега циклотронная в квадрате. Ну и здесь тоже традиционно в этой науке вводится так называемая магнитная длина. Вот то, что стоит перед КY, имеет размер квадрата длины. Да, потому что КY это единица на метр. Для того, чтобы получился метр, это должно иметь размерность метра квадрата. Это в принципе можно проверить. Непосредственно, но это называется магнитной длиной. Квадрат магнитной длины есть CH разделить на E. Таким образом, эта магнитная длина нам задает характерный масштаб в этой задаче. Поэтому все, что, все масштабы, которые появляются, надо будет сравнивать с магнитной длиной. Если вы говорите, что что-то неоднородно, то значит это неоднородно на характерном масштабе этой задачи. А характерный масштаб это значит только один, это магнитная длина, которая является как комбинацией фундаментальной константы магнитного поля. Определяется эта штука магнитной длиной. Так, ну и здесь получается тогда в скобках x минус l квадрат, или b в квадрате, умножить на y. Таким образом, задача наша простая, задача о гармоническом осцилляторе. Эта задача вам не решалась в квантовой механике и, наверное, сдавалась на экзамене. А может быть, в этом году она изучается, я не помню, да? Но, тем не менее, мы получаем задачу для гармонического осциллятора. Fk у нас просто ограничение для волновой функции гармонического осциллятора. Но уровни энергии гармонического осциллятора, и все знают, как Евгений Алексеевич говорит с детской школы. Поэтому давайте мы сразу выпишем уже собственные значения здесь. Ну, вообще-то говоря, поскольку у меня волновая функция зависит от k, я должен писать, конечно, ENk, да? Вот я ENk-то не буду писать. Но, тем не менее, от k они, конечно, не зависят. Это просто h омега циклотронная. Омега циклотронная – это частота этого гармонического осциллятора. На n плюс 1 вторая. Где n от нуля начинается. Таким образом, мы с вами сделали важное, мы с вами получили важный результат о том, что в сильном магнитном поле уровни энергии оказываются квантованными, да, и получается, спектр получается дискретный и эквидистантный. Спектр в этой системе будет следующий. Уровень энергии с n равным 0, уровень энергии с n равным 1, уровень энергии с n равным 0 и так далее. То есть вместо непрерывного спектра мы получаем спектр дискретный. Ну, это еще не все, это только начало. Потому что, смотрите, у вас есть еще квантовое число k, а уровень энергии от k не зависит. О чем мы говорим? В том, что каждый уровень энергии многократно выражен. Значит, уровню энергии с данным n соответствует четвертой пропорции значения k. Вот нам сейчас, в принципе, нужно посчитать кратность вырождения каждого из этих уровней, потому что для того, чтобы решить какую-то реальную задачу, необходимо знать кратность вырождения каждого из уровней, ну, чтобы это использовать где-то, например, при вычислении демагнетизма. Впервые эта задача была, конечно, для объяснения демагнетизма применена. Но сейчас она используется для того, чтобы квантовый эффект Холла изучать. Целочисленный квантовый эффект Холла, поэтому интерес к ней очень большой. Мы как раз, наверное, обсудим как раз квантовый эффект Холла, а не магнетизм. Вещь классическая. Ее можно легко прочитать где угодно. Например, в рекурсе квантовой теории металлов. Так, давайте посчитаем кратность выражения каждого из этих уровней. А для этого заметим следующее. Нам еще понадобятся волновые функции, наверное, гармонических осцилляторов. Волновые функции гармонического осциллятора будут следующие. Ну, вообще, волновые функции этой задачи, они будут следующие. Они будут нести в себе индекс k, они будут зависеть от x y. Они будут нести еще индекс n, помимо того, что несут индекс k. У нас здесь два квантовых числа. Один связанный с номером уровня гармонического осциллятора, а второй k, вот тоже связано с движением по оси y. Пока что вот это представляет загадку. Представляет загадку, сколько различных k соответствует одному уровню n. Ну, волновая функция гармонического осциллятора – это единица на корень из ly, e в степени a, y на y.
та часть, которая позиционный вариант на y, и умножить на волновую функцию гармонического осциллятора. А я ее толком не помню, но вроде она такая, полиномы Эрмита. От аргумента, аргумент у нас сдвинут, сдвинут на LBKY, значит получается не полиномы Эрмита от x, а полиномы Эрмита от x минус LB в квадрате на KY. И там еще должна быть экспонента, которая волновую функцию хорошо локализует. Экспонента там что-то типа того. Единица на 2 LB. X минус LB в квадрате. А, Y в квадрате. Ну, желающие из вас могут проверить. Может быть, я здесь что-нибудь забыл или потерял. Но смысл такой. Что волновая функция гармонического осциллятора — это некоторый полиномы порядка L, полиномы Эрмита, умноженный на экспоненту, которая довольно быстро спадает. Но вот, которая довольно быстро спадает при удалении от центра локализации этого, этой волновой функции. Ну, для обычного гармонического осциллятора надо просто убрать вот эту, вот эту вещь. Этого не будет и этого не будет. Мы получим, что волновая функция гармонического осциллятора, она хорошо локализована за счет экспоненты. Ну и за счет полинома Эрмита она проявлена уже как-то модулирована и может там иметь сколько-то углов. Я не помню, Александр Сергеевич Москвин это подробно рассказывает, подробно спрашивает. Я бы сейчас экзамен не сам, но вам это надо знать. Для вас, конечно, важно единственное, того, для чего все это я выписывал, для того, чтобы показать, что волновая функция гармонического света хорошо локализована возле положения x и y. Это то, что все, все, что для нас понадобится, вот сколько дальше у нас такое полуклассическое будет описание. Это вот то, что надо здесь знать. Ну, это означает что? Что? Ровно следующее. Вот у нас есть ось x. И в зависимости от y, да, волновые функции, соответствующие данному n, будут смещены по оси x. Тихо, при этом хорошо локализованы. Центры этих волновых функций будут зависеть от y. Ну и положение центра определяется очевидным таким выражением. Понятно, да? О том, что на самом деле значение волнового вектора вдоль оси y нам определяет положение для локализованной по x волновой функции по оси x. Это здесь нетривиальный результат. Ну это как понятно, или не надо на этом остановиться, или это трудно для восприятия? Ну, остановиться, да, лучше. Давайте остановимся. Подумайте, задавайте вопросы. Что здесь не ясно? Прямо ничего не реализовано. Ну пока ничего. Пока давайте примем это как факт. Потому что они довольно компактные. Это вот характерный размер, но он определяется, грубо говоря, магнитной длиной здесь. Считаем, что магнитное поле большое, поэтому длина локализации маленькая, они компактнее такие. Наша задача посчитать сейчас кратность вырождения уровня Ландау, грубо говоря, сколько различных таких волновых функций соответствуют данному n. Мы с вами определили, что если мы n фиксируем, то различные волновые функции локализованы вокруг различных точек пространства вдоль оси kx. Но теперь мы вспоминаем, что вдоль оси kx у нас образец имеет конечные размеры. И все волновые функции, ну хочешь не хочешь, должны быть локализованы в пределах от нуля до x. Но это означает, что центры этих волновых функций, они должны быть локализованы. Мы считаем, что размазанное не слабо. Точное решение этой задачи, насколько я понимаю, довольно сложное, поэтому нам придется здесь относительно пальцевые методы использовать, хотя они приводят правильные результаты. А именно, мы считаем, что центр этих волновых функций не должен выходить за пределы отрезка 0x. Они не должны покидать пределы области пространства. Раз это нам позволит посчитать, сколько кратность вырождения каждого из уровней Ландау. Это понятно, да? Пишем неравенство 0 меньше, чем
ската меньше, чем x. Так, а я здесь неправильно написал. Это чушь какая-то расценка. X ката это должно быть написано вот так. X ката это rb в квадрате на k y. Ну, тоже за аргумент здесь x минус x ката. Понятно, да? В чем смысл? Мы x ката должно быть в пределах от нуля до x. Ну, а x доменяется вот этим. Ну, либо в этом случае мы видим, что ky должно быть в пределах от нуля до nx, чтобы видеть нам магнитную длину в квадрате. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть ограничение вдоль оси y. Это ограничение приводит к тому, что спектр тоже дискретный, да? Это всем понятно. Значит, вдоль y у нас спектр дискретный. Ну и расстояние между уровнями k y, оно определяется плотностью состояния в х-пространстве, но именно оно вот такое. Да? За счет периодических граничных условий k имеет дискретную структуру. Ну, зону Брилюэна мы в данном случае не рассматриваем, мы считаем, что здесь все непрерывно. Поэтому k занимает дискретные значения, кратные какой-то величины. Ну тогда понятно, сколько таких k штук. Ну вот здесь увидеть вместиться, надо вот эту длину вот этого отрезка разделить на шаг различия, шаг по y. Ну вот это вот дискретное значение. Здесь фактически мы рассчитываем периодичность. Периодичные условия. Периодичные условия наоборот работают. Вот здесь. Но иначе бы мы не получили же это. Вот здесь он срабатывает периодические граничные условия по y. Понятно, да? Потому что в этом случае спектр получается дискретный. Вот эта дискретность здесь важна. Значит, вот разница между соседними состояниями в K-пространстве по y вот такой величине. Равняется это известный результат. Тогда сколько таких уровней, мне надо вот эту длину поделить на шаг в K-пространстве. Мы получаем, что кратность вырождения уровня на лонгдау с данным n, давайте мы ее обозначим n. S поделено означается, что давайте n это будет x разделить на rb в квадрате, и надо еще разделить на 2π, и умножить на y. Это число, конечно, должно быть большим. Давайте мы придадим этой величине более элегантный вид. А именно, вернемся. Ну, x на y, это не нужно, конечно, площадь образца. Площадь образца. Ну а здесь подставим магнитную длину сюда. Магнитная длина в квадрате. Это где я магнит, это значение, я не помню уже. Ну, смысл такой, что там hc, да, стоит hc. Сверху должно стоять e умножить на b. И еще на 2π. Вот так вот. Площадь на магнитное поле, перпендикулярно этой площади, это магнитный поток через поверхность нашего двумерного электронного газа. Поэтому здесь стоит сверху полный магнитный поток. Ну а вот такая вот комбинация h умножить на 2π, ну это понятно, что h без черты, и деленное на e, умноженное на c, деленное на e. Это тоже известная величина, это просто план магнитного потока. Физику проводников, сверхпроводников, основном, наверное, кто-то рассказывал, помните эффект Мейстера. Да? Эффект Мейстера означает, что магнитный поток через поверхность сверхпроводника должен принимать междискретные значения, равному целому числу квантов. Ну, правда, в теории сверхпроводимости квант магнитного потока означается вот так вот, а c на 2e, а k, чтобы без черты. Потому что заряд шиферовской пары 2e. У нас квант магнитного потока будет hc на заряд электрона. Ну тогда смотрим. На самом деле нетрудно верить, что кратность вырождения уровня Ландау это есть отношение магнитного потока к кванту магнитного потока. Пробовали просто число квантов магнитного потока, которое пронизывает площадь образца. Довольно-таки интересный результат получается.
Ну, наглядные картинки давайте себе еще представим. Прежде чем двигаться дальше. Наглядные картинки. Наглядные картинки здесь такие. Ну, полезно представлять себе следующее. Вот у вас были уровни энергии в данном случае, да? Если магнитного поля нет, то у вас уровни энергии располагаются как по параболе. При этом, конечно, эта парабола дискретная. Реально их очень много, и они близко расположены к другу. Когда вы включаете контурирующее магнитное поле, то уровни энергии, расположенные в интервале h омега циклотронная, просто стягиваются в отдельный уровень МГУ. Получается вот так вот. Те уровни энергии, которые были в интервале h омега циклотронная, они потом переходят в отдельный уровень МГУ. Кратность уравнения, которая выделяется вот этой вот величиной. Ну, либо если рисовать это в пространстве, давайте тоже еще наглядную картинку здесь нарисуем, которая нам может пригодиться. Изначально у вас в пространстве все уровни обозначались точками. Точки эти лежали внутри окружности Ферми радиусом к Ферми. Ну а теперь уровень энергии стал дискретным. Поэтому если мы представим уровень энергии в дискретном виде, то мы получим, что у нас теперь у нас уровни энергии вместо непрерывных стали дискретные. Ну, если мы постараемся нарисовать эти уровни на плоскости, то надо представить это в следующем виде. Мы получим, что импульс тоже должен быть квантованный. Уровню с n равным нулю соответствует p нулевое. Дальше идет следующий уровень. P первое. Дальше идет уровень p второе. Ну и таким образом те точки, которые были внутри данной окружности или в данном секторе, они просто стягиваются на данный уровень МДАУ. Теперь уже все состояния у вас лежат не во всей плоскости, они теперь находятся на каждом отдельном уровне, то есть точки перераспределяются под этой окружностью. Это возможные состояния у вас лежат вот здесь. Кратность вырождения, то есть число состояний на каждой из окружностей теперь определяется. Теперь независимо от номера n, определяется той формулой, число состояний здесь определяется той формулой, которую мы здесь обсуждаем. Ну и на каждой другой окружности получается. Так, ну давайте сделаем перерыв. После перерыва еще обсудим все эти моменты, которые здесь надо представлять. Что такое место? Обсуждаем. Вопрос, который связан с этой задачей. А вот вопрос с кратностью вращения. Это у нас же он получился из неравенства. То есть это неравенство определяет диапазон кратности вращения. Нет. Вот эта переменная x-ката, которая была в квадрате на y, она определяет положение волновой функции. Волновая функция, соответствующая данному по y, она располагается на оси x в точке x-ката. Да? Ну и мы с вами описали, что поскольку что этот центр, что центр волновой функции не может выходить за отрезок длиной 0k.
То есть, поскольку у вас образец имеет конечные размеры по x и по y, здесь у нас стоит 0, здесь у нас стоит x, тогда возможные значения xk, они лежат на этом отрезке. То есть, я могу написать по-другому. Xk принадлежит 0x. Может, в виде двойного неравенства написать все равно. Но с другой стороны, мы с вами понимаем, что эти точки на этом отрезке расположены непрерывно, а дискретно. И расстояние между точками, оно определяется периодичностью по оси y. За счет того, что система ограничена по оси y. Поэтому расстояние между соседними x, оно на самом деле 2π на y. Ну тогда сколько таких точек? Ну надо делать отрезки. Разделить, да, расстояние между точками. Мы получаем радость рождения уровня Ландау с данным n, которому соответствует волновая функция с данным n. Ну видно, что радость рождения уровня Ландау не зависит от номера n. Да, она одинакова. Да, на каждой окружности, плоский случай. Каждая окружность получается одинаковое количество точек. Грубо говоря, все точки, которые лежат между окружностями, они тут, здесь-то как раз они не эквидистантны, они по корню расположены, радиус увеличивается. Но все точки, которые лежали раньше здесь, при включении магнитного поля, они мигрируют в сторону своей окружности. И значительные размеры располагаются на своем уровне. Да. Наглядная картинка, чтобы можно было держать ее в голове, здесь такая. Ну, а нам-то надо посмотреть, на самом деле, вот что. Ну, не трудно видеть, что уровень энергии от А никак не зависит, поэтому если попробую вычислить групповую скорость, выделим, и все, опять будет тот же самый гармонический осциллятор.
попробуем. Вы занимаетесь этим у себя в руках, а я здесь. Чтобы не запутаться. Здесь будет px в квадрате на 2m плюс единица на 2 на 2 омега субутровная в квадрате x в квадрате плюс m омега минус m омега субутровная в квадрате lv в квадрате на y и еще надо плюс сюда добавить 1 вторая m омега субутровная в квадрате lv в четвертой степени на y в квадрате плюс g на n x. А где я висеть? Здесь должен быть x. Теперь нужно объединить слагаемое второе со слагаемым последним. Х вынести за скобки. Ну и, собственно, снова выделить полный квадрат. Так, давайте, чтобы мне надо сказать, не загромождать это, вы это проделаете самостоятельно. Я потом это спешу. Аккуратно надо проделать, объединить вот это вот с этим. Ну и снова привести комбинаториан к такому же виду, только здесь скобки изменятся и добавится еще константы в проекте. Если я потом запишу ответ, ответа я не знаю, поэтому делайте все. Комбинаториан должен получиться такой же. Px в квадрате на 2 плюс вот там вторая. М омега циклотронная в квадрате, это можно вынести скобки. Сколько будет x минус что-то, ну и еще плюс какая-то константа в конце. Должно быть то, что было, да? Должно быть не то, что было, но это минус L в квадрате на y. А что еще-то получится? Еще плюс g на b на c на m омега c квадрат. Так, g на b на m омега c квадрат, ну так получается. Е на Е это здесь получается, да? Ну и константа еще какая-то будет получиться. Какая? Считайте. Плюс 2 Лв квадрат и Е на Е.
2 это квадрат y, и n это квадрат. Ну, вот это удвоенное произведение, по сути, получится. Так слагаемо. Нужно вот это вот произвести в квадрат, когда прибавить и учесть. Взяв пополам, да? Да. По-моему, так мы проверим, потому что они сейчас будут не открыты. Е квадрат на омега.
и омега циклотронная подставить тоже как сильный В на HC. Когда я могу здесь Е сократить, на не на что, только на МЦ. Массу я могу здесь сократить, С у меня никуда не денется. И квадрат ушло. Так, здесь. Квадрат. Квадрат. Ну, одну степень массы можно сократить. Так, вот, посокращайте это буду. Все, что сокращается. Сейчас выпишем эффективный градиент. Все эффективные градиенты получается H эффективное. Это P квадрат. Называем. Плюс единица на 2 момента циклотронная. На x минус из B в квадрате. Каи. Квадрат это, собственно, и есть скорость в квадрате.
квадрате. Но c ведь имеет размерную скорость, то есть получается, что e на v безразмерно? Так и есть. Так и есть? Ну да. Вот это меня не смущает. Если такое впечатление, что что-то здесь пропущено в каком-то месте. То ли масса не хватает, то ли еще что-то. Это импульс. Да? Значит, это получается, чтобы иметь получить размерность энергии, это должно быть p на m. Получается p квадрат на m. Ладно. Такое впечатление, что здесь что-то потеряно. Смысл даже в том, на самом деле. Это можно легко восстановить, если аккуратно все сделать. Смысл вот в чем. В том, что теперь у нас, если мы рассчитаем уровни энергии этой системы, то уровни энергии этой системы будут следующие. Уровни этой энергии будут следующие. Ну, то есть понятно, что нужно эту константу просто перенести в правую часть, да, она сложится с энергией, и получится, что уровень энергии это будет некоторая вот такая вот постоянная, которую мы называем вычислить выделение полного квадрата, ну, плюс уровень энергии кромничного селектора. То есть при включении электрического поля вдоль оси x у нас получается, что энергия принимает и приобретает зависимость от КИ. И на самом деле вот такая свободная. Равная групповой скорости. Она периодична от нуля. Это для нас можно. Почему там вторая четыре аж не ВЦ? Это не должно быть. При включении электрического поля вдоль оси х у нас на самом деле получается что? Появилась групповая скорость вдоль оси y. Энергия приобрела К-зависимость. Давайте мы этот факт отметим. Какие-то конкретные детали нам не нужны. Теперь я попробую вспомнить, как отсюда получается квантовое перчко. Идея здесь заключается в следующем. Теперь давайте посмотрим на реальную систему. Значит, реальная система представляет из себя... В реальной системе обычное электрическое поле, оно неоднородное. Мы рассмотрели влияние однородного электрического поля, получили то, что у нас появляется слагаемое линейное ПХИ. Ну, любое реальное электрическое поле, оно неоднородное, потому что есть края образца. Но при этом для нас важно то, что энергия приобретает зависимость от КИ, да, если мы наложим сюда электрическое поле. Поэтому такая производная, это будет групповая скорость, она в общем не равна нулю. На самом деле, теперь давайте посмотрим на квазиклассическую картинку, что у нас происходит в образце. Пускай у нас есть образец какой-то. Ну, если электрон рассматривать как классическую частицу, которая, конечно, не является, но в магнитном поле каждая такая частица будет прецессировать вокруг некоторого центра по некоторой окружности. Мы знаем, что у нас энергия квантуется, поэтому разница этой окружности, если смотреть на классическую картинку, тоже будет квантоваться. Вот. Но для нас важно, что электрон прецессирует по окружности вокруг некоторого центра. Ну и такие орбиты, где электроны все заполняют разные состояния. Здесь так вот, вот так вот, так вот. Все они вращаются вокруг некоторого центра. Что из этого важно? Важно то, что каждый отдельный электрон не несет никакого электрического тока. Потому что электрический ток в направлении Y здесь равен нулю, потому что каждый электрон локализован около некоторого центра. Значит,
эти состояния нет опыта. Ну, можно посчитать честно, если вы посчитаете среднее значение этого концентратора импульса и возьмете в качестве волновой функции норму Ландау, получите ноль. Мы увлеченно заниматься не будем, у нас нет времени. Поэтому я просто на классические картинки покажу, что все состояния таким образом получаются не токовые, и тока здесь никакого не будет. Но вот здесь-то как раз важны края этого образца. Почему? Потому что если вы теперь подвинете эту окружность края, то электрону ничего не остается, как только рассеется на этом крае. Состояние на краях это принципиально другие. Ну а рассеявшись, электрон не может перейти на другой уровень Ландау, потому что все уровни Ландау, допустим, предположим, что все уровни Ландау заняты, а верхние отделены от них определенные счеты. То есть у вас уровни энергии квантуются, ну а допустим, вы рассматриваете довольно-таки низкие температуры. Поэтому у вас, грубо говоря, электрон, как он жил на уровне Ландау с этим номером N, так он на этом уровне Ландау и останется, поскольку на нижний он не может перейти, поскольку там все занято, а на верхний он не может перейти, потому что вот этот интервал, расстояние между уровнем Ландау, которое равно H, это скрученное, но вообще говоря, много больше сильных магнитных полях, чем тепловая энергия. Поэтому рассеявшись, электрон может остаться только на том же самом уровне Ландау. То есть он продолжает прецессировать на том же уровне. Ну а теперь посмотрите, оказывается, что состояние на краях как раз таки несут электрический ток. Потому что рассеявшись здесь, он снова начинает движение по окружности и снова находится рассеиваться по какой-то точке стенки. Поэтому все нижние состояния электрического тока не несут, а вот наружные состояния несут электрический ток, является ток уми. И ток этот течет в противоположных направлениях на двух разных концах этого образца. Ну, разумеется, если концы этого образца эквивалентны, то полный электрический ток равен нулю, поскольку ток текущий здесь равен току текущий. Ток, наверное, в обратную сторону, потому что ток-то это положительный заряд. Не важно, потому что это детали. То есть вот здесь вот совершенно нетривиальный результат. За квантовый эффект Холла была получена Нобелевская премия, но за объяснение его не знаю, наверное, не была получена, за открытие была получена. Совершенно фундаментальный результат в том, что на самом деле для того, чтобы ток в этой системе мог протекать, нам нужны либо примеси в середине образца, либо края. Потому что нам нужно рассеяние. Если не будет рассеяния, у вас получатся вот такие состояния, которые на самом деле никакого электрического тока не несут. Ну тогда давайте попробуем посчитать электрический ток в такой системе. Электрический ток в такой системе надо посчитать следующим образом. Давайте мы его увидим. Плотность тока, как известно, есть плотность заряда на скорости. Так, для того, чтобы мне посчитать здесь электрический ток, я должен взять плотность заряда. Мне нужно посчитать плотность тока. Я должен взять плотность заряда. Для начала я рассмотрю один какой-то электрон, плотность заряда будет вот такая. Берем плотность заряда. Ну, для того, чтобы посчитать скорость этого электрона, я должен проинтегрировать групповую скорость по всем k. Я помню состояние, как оказалось,
много размерности здесь. Ну, это я сокращаю. У меня получается плотно, сколько здесь e на x. Ну, а теперь рассмотрим следующую ситуацию. Давайте считать, что уровень Маслова полностью заполнен. Это означает, что индикатор у вас просто одной единицы, все состояния заняты. Если уровень Маслова полностью заполнен, то индикатор равно одной единице и от k не зависит. Данный полностью заполненного уровня Маслова, вклад от него в ток будет следующий. Это будет интеграл от dk на 2π, dE по dk. Понятно, да? Вот теперь видно, что если мы считаем, что уровень полностью заполнен, то это есть полная производная. Мы получаем просто e на x. Здесь будет единица на 2π. А я пропустил. А что должно еще быть? А что должно еще быть? А здесь будет e и k равно 0. При k максимальном. Минус e k равно 0. Ну, либо какие-то другие пределы, но зависит от того, в каких пределах у нас меняется k. Но ясно, что k меняется в конечных пределах. Там мы с вами только что видели на простейшем примере, что у нас k лежала в пределах от 0 до lx на nb в квадрате. Здесь пределы, конечно, будут другие, потому что электрическое поле неоднородное и так далее. Но важно, что k меняется в каких-то конечных пределах k. Это плотность тока. Ну, а если считать полностью ток, то в двумерном случае надо плотность тока умножить на lx. Поэтому ток, который протекает в направлении y, полный ток, который протекает в направлении y, который просто это умножить на x, и получить следующий результат. Ток, протекающий в направлении y, это есть. Это я умножаю на x, e на h, h я буду писать без черты, поскольку здесь 2πh, e от k максимального минус e от k минимального. Так это понятно, или я вам говорю, что вам это рассказываю? Говорите, я сразу же. Если непонятно, то спрашивайте. В общем, можете задавать любые вопросы, поскольку я все равно это могу рассказывать слишком туманно, но смысл в том, что сейчас мы считаем полный ток в направлении y. Это была плотность тока, но для того, чтобы полный ток просчитать, то умножаю еще на x, и x уходит полностью все размерные множители. Но это выражение тоже понятное. Да? Сейчас мы рассматриваем полностью заполненный уровень Маслова, поэтому это вероятность заполнения состояния с номером k равна единице. Ну а теперь смотрите, вот нетривиальный результат. У нас есть вот такой результат. Да? Ток в направлении y, это есть e на h, энергия при k максимальном минус энергия k минимального. Теперь мы вспоминаем, что мы решали на первой части занятия модельную задачу. И видели, что на самом деле k, оно у нас связано с положением x вдоль оси x. Поэтому k максимальное соответствует правому границу образца. Это энергия электрона на правом краю. А k минимальное это соответствует левому. Левому концу образца. Поэтому это вот энергия, это в точке. Вот в этой вот точке. Поэтому на самом деле здесь стоит энергия электронов в левой, на левой границе. Минус энергия электронов на правой границе. Понятно, да? Это энергия электронного пакета, энергия этого локализованного пакета в конкретной точке пространства. Здесь у нас энергия этой волновой функции в этой точке, а здесь у нас энергия волновой функции в этой точке. Ну и каждая энергия соответствует вот такому вот квазиклассической картинке циклотронному движению. Ну на самом деле теперь давайте мы энергию электрона представим как E на напряжение, это потенциал электрический в данном случае. Поэтому здесь можно представить себе как E поделить на h, e в квадрате на напряжение слева, напряжение справа минус напряжение слева. Понятно, да? E в квадрат на h, напряжение слева минус напряжение справа. Ну, это есть на самом деле падение напряжений на образце. Напряжение слева минус напряжение справа – это напряжение, приложенное к образцу, либо коловское движение. Мы получаем, что ток в направлении y есть e квадрат поделить на h на напряжение, приложенное вдоль оси x.
То есть один заполненный уровень Ландау, неважно какой, если мы главное, что полностью заполненный уровень Ландау, дает класс ток вот такой вот. За счет чего? За счет вот этих вот поверхностных токов, которые здесь вот так вот у меня нарисованы. Если уровень Ландау полностью заполненный, то вот его вклад в общий ток. Он написан. Это есть две фундаментальные константы, деленные одно на другое, умножить на холовское движение. Ну а теперь давайте рассмотрим температуры близкие к нулю. Значит, электронная система, температуры близкие к нулю. У вас где-то был уровень Ферми, вот здесь вот. И вы включаете магнитное поле. После этого у вас спектр становится квантовым. Вместо нивелированной параболы у вас все развивается на уровне Ландау. Ну и несколько уровней Ландау у вас магнитное поле сильное оказывается ниже уровня, ниже энергии Ферми. Ну а остальные уровни Ландау оказываются выше уровня Ферми. Ну, это означает, что в нашем случае будут два уровня Ландау полностью заполнены, а остальные уровни Ландау будут пустые. Вклад от каждого заполненного уровня Ландау есть вот такой вот. Поэтому полный ток в системе будет количество заполненных уровней Ландау E квадрат на H на напряжение. Где ню это 1, 2, 3 и так далее. Количество заполненных уровней Ландау. Ну а это есть не что иное, как полоская проводимость. Мы получаем то, что называется квантовым эффектом Холла. Холловская проводимость есть целое число, умноженное на произведение двух фундаментальных констант. Это результаты, за которые, в принципе, была выдана новая исследования за экспериментальное его умножение. Причина в том, что у вас на поверхностных образцах появляются токи. На самом деле, Холловская проводимость не зависит ни от каких граничных условий, она не зависит от формы образца, не зависит вообще ни от чего. Она есть просто целое число на отношение двух фундаментальных констант. Если магнитные поля довольно-таки сильные, отсутствуют примеси, образец чистый и температура близкие к нулю, для того, чтобы у вас температура все это не размазывалась. Так. Ну и последнее, что, наверное, нужно здесь сказать. Значит, это Холловская проводимость, но Холловское сопротивление получается следующее. Холловское сопротивление получается H разделить на E квадрат ню. Ну и здесь есть классический график в зависимости от Холловского сопротивления от магнитного поля. Вот тоже желательно знать, как он выглядит, его везде рисуют. А именно график он вот такой вот. Ну, давайте думать так. Значит, если у вас магнитные поля сильные, то заполнен только первый уровень Ландау. Поэтому здесь это будет плато, а потом будет скачок, когда ню становится равным 2. Значит, это будет значение H на E квадрат. Потом сразу же скачок вот сюда. Потом дальше скачок, когда H будет ню равное 3. Следующий уровень Ландау заполняется. Ну и так далее. Это зависимость сопротивления системы от магнитного поля, ну, Холловского сопротивления, сопротивления x, y, сопротивления. Ну, собственно, вот я вас чем-то займем, но тут по определению ничего. А это целочисленный эффект, а не целочисленный? А вот не целочисленный, он целочисленный, не имеет малейшего отношения. Там все гораздо сложнее. Я не буду рассказывать, потому что не знаю. Это принцип целочисленности. Целочисленность вот в чем? То, что у вас ню принимает целое значение. Количество заполненных уровней Ландау. Здесь нетривиальный факт это. Ну, первый факт тривиальный, то, что у вас система в магнитном поле приобретает безвредный уровень энергии, кратность рождения, который можно посчитать. Первое, что мы сегодня узнали. Второе интересное, что если рассматривать квантовый эффект Холла, то здесь поверхностное состояние, это не странно. Казалось бы, какая разница, что на поверхности происходит? Вообще по барабану. Может, все обычно ее отбрасывают. На самом деле нет. Вот посмотрите сюда. Здесь только поверхностное состояние дает флот в ток. Состояние в середине флот в ток не дает. Ну, мы с вами на довольно на пальцах посмотрели.
Но тем не менее, физика сама стоящая за ним более-менее понятна. В чем заключается? Можно посчитать, что в этом случае именно за счет того, что будут токи на поверхности, и если есть разность потенциалов, если разность потенциалов нет, если у вас проявляет понятие, то и тока не будет. Ток вверх компенсирует ток вниз. Если есть разность потенциалов, то у вас появится электрический ток, который будет связан с напряжением вот таким вот простым соотношением от вклада от одного к одному. Ну, если у вас не заполнен на уровне ландау, то вот у вас закон неодвинный, есть полностью напряжение. Все. На этом я мое выступление закончу. Ладно, пускай закончится.